Извините, девочки, а вы случайно не ошиблись? Заходи, дядя! Ну чего уставился? Извините. Ну где же он? Застукают нас здесь, в дамской тина. Куда? Куда? Туда? Читать умеешь? А что? Видишь, написано, туалет платный. Черт, везде деньги плати. Сколько? Ну, это зависит от комплекса услуг. Чего? Ну, есть у нас пив в кабинке. Чего? Пиво, что ли? Пив или не пив? Подожди, сейчас посмотрю, у меня тут список. Давайте быстрее. Подожди. Подожди. Так, есть у нас VIP кабинки. Есть депутатская кабинка, есть еврокабинка и стандартная эконом-класса. Ну а в чем разница-то? Разница, милый мой, сейчас скажу, у меня тут все записано. Ну, слушай, в VIP-кабинке DVD, свечи, играет классическая музыка, Чайковский, Вагнер, «Черные глаза», Моцарт. Мочегонные коктейли, холодные закуски и импортные слабительные. Вот. И дальше едем. В депутатской кабинке унитаз с мигалкой. На бачке проблесковые маячки, урна для голосования и телефон. Ну? Да, еще. При выходе дают это значок члена общества любителей гоночных унитазов. Да. Так, дальше что у нас есть? Еврокабинки. В еврокабинке, ну как всегда, подвесной потолок, подвесной унитаз, подвесные двери и подвесной пол с подогревом. Так вот. Ну, а стандартные? Стандартные? Стандартные — это просто параша. А, ну, давайте мне стандартную и побыстрее. 60 рублей. Сколько? 60 рублей. Эй, я у вас туалет не покупаю, я на минуту туда. Мамаша, давайте так сделаем, а? Давайте я быстро туда и обратно схожу. За 10 рублей схожу, а? За 10 рублей? Быстро, дорогой мой, ты сходишь под себя. А если будешь долго стоять и болтать со мной, ты туда и сходишь. Да. Поэтому не зря говорят, что деньги не пахнут. Черт возьми. Будешь долго возиться, твои деньги запахнут. Вот, возьмите 60 рублей и давайте ваш быстро. Подожди, быстро. На парашу мест нет. Да. Запись на неделю вперед. Ну что есть? Что сейчас, что есть? Сейчас свободно. Посмотрим. Подешевле. Сейчас свободен еврокабинка. 150 рублей. Так, с вами спорить бесполезно. Давайте, вот вам 150 рублей. Давайте. Все, эмруйте. А бумагу? Зачем мне бумага? Мне не нужна бумага, понимаете? Не положено.
Зачем мне бумага? Мне не нужна бумага, Нет, милый мой, бумага нужна всем. Без бумажки ты кто? Кукашка. А с бумажкой ты кто? Человек, человечище. Ну, ладно, ладно, давайте быстрее вашу бумагу, давайте. Быстрее. Бумага, между прочим, денег стоит. Быстрее его. И это деньги стоит? Конечно. Сколько? 10 рублей метр. Зачем мне метр? Ну, не хочешь метр, оторвем сколько надо. Так, вот у меня мелочь. Вот насколько тут. Только быстрее, быстрее, бумажка. Подожди, посчитать быстрее. Надо. Подожди. Ну, быстрее давай. На 4 сантиметра 3 миллиметра. Чё смотришь? Бери, бери! Это светлая полоса в твоей жизни. Всё? Я могу или ещё что-то надо? Конечно надо! Что ещё? Конечно надо! Я тебя без этого не пущу! Не положено! Что ещё? Вот! Вот без этого я тебя не пущу. Это мне зачем? Я не собираюсь там сидеть. Я быстро туда и обратно. Не положено. Ну зачем мне это? Как зачем? Вот это кладешь на унитаз. Ну? Потом поднимаешь крышку и... Слушай, зачем ложить, потом поднимать, когда можно просто не ложить? Ты не прав. Чтобы что-то поднимать, надо что-то положить. Это положено. Или бери, или уходи. Сколько? 300 рублей. Вы что, с ума посходили? Она в магазине 50 рублей стоит. Какой 50? Какой 50? Это эксклюзив. Ручная работа. Смотри. Чистый бамбук. Смотри, о, какая прелесть, крепкая такой. О, а потом можешь домой себе забрать. Зачем она мне дома? Ну, жене подаришь. Нет у меня жены, не женился я еще. О, милый мой, да с такой крышкой за тебя любая пойдет. О, за его такая крышка. О, кстати, потом на стену повесишь. Будет красивая рамочка для фотокарточки свадебной. Я бы сюда с удовольствием вашу фотокарточку бы засунул. Вот, возьмите. Все. Все, а, подожди, все. Подожди. К этому унитазу, к этой крышке подарок бесплатно. Не надо мне подарок. Подожди, не положено. Вот тебе подарок. Что там? Чукотский унитаз. Тундра 3. О, нет, Тундра 2. На природу поедешь, пригодится, держи. Подарок бесплатный. Это что, унитаз? Унитаз Тундра 2, я тебе говорю. А как им на природе пользоваться? Господи, ничего не понимает эта молодежь. Как не понимаешь? Вот смотри. Ты приезжаешь на поле, на природу. Ну? Берешь вот эту палку. Нет, нет, не, во, вот эту палку, вот эту палку. Ага. Вот так вот крепко сажай в землю, одной рукой крепко держишься, чтоб тебя ветром не сдуло. А вот этой другой палкой волков отгоняешь. О, пригодится. Подарок. Да. Бесплатный. Спасибо, конечно. Угу. Ну, это, пойду я. Подожди, а вода? Какая вода? У нас целую неделю в бочках воды нету. Воды нету, отключили. Ну, где я вам сейчас воду найду? А где я вам воду найду? Где найдете? А вот она, вода. Ну, спасибо, спасибо. Какое спасибо? 50 рублей. Ну, нет у меня денег больше, понимаете, ни копейки, все. Да, же муха без воды, и не туды, и не сюды. 50 рублей. Ну, нет. Ёлки-палки. И ни одного дерева вокруг, а? Вот, вот,
из-за таких, как ты, в городе все деревья высохли. Нет, слушай, мамаша, ну ты же женщина, ну ты же должна понять, ну вы же человек. Человек, но очень плохой. Да, ну вы же, ну вот вы где раньше работали, а? Надзирательницей в тюрьме мужской. А, тогда все понятно. Сторожевой пес. Этого не обойдешь и не перепрыгнешь. Слушайте, даже как вас зовут, а, женщина? Авдотья Мухарбиевна. Авдотья Мухарбиевна. Вы же женщина, а? Ну, даже животные имеют чувство сострадания. У вас есть дома домашние животные, а? Есть муж. Да. Ну, может, я как-нибудь... Не положено. Так, все. Все, я иду на таран. Уйдите. Иду я туда, на таран. Ну, попробуй. А в лоб? А перцовым баллончиком в глаз. Так что, давай деньги. Так. Сейчас. Алло, Вова, я тут у тебя во дворе стою. Ну, где туалет? Принеси мне полторашку воды, пожалуйста. А, копеченой. А, копеченой, да. Копеченой. Ага, давай быстрее. Одна нога здесь, другая давно здесь. Давай. Сейчас он принесет. Эй, касатик, не садись. Этот пузырь не любит тяжести. Ты лучше ходи туда, ходи сюда, ходи. А еще лучше танцуй, танцуй, а то друга не дождешься. Веселее как-то. А почему у вас двери в кабинках стеклянные? А это чтоб ничего не украли. А что можно у вас украсть там? А, касатик, а вдруг ты возьмешь и крышку от бачка открутишь? А? Да. Ну ты не переживай, это мне отсюда все видно, а изнутри ничего не видно. Сейчас. Да? Сейчас, воду несешь? Как, и у вас нет воды? И у вас отключили? Слушай, ты жалко мне тебя, слушай. Ну, не положено мне тебя туда пускать. Знаешь что? Вот посмотри, вон там мой дом. Я живу на первом этаже. Третья квартира. Вот тебе ключи. Вот, ключи от квартиры. Сходи в туалет, а? Сходи. А сюда не положено. Что случилось? Спасибо, мать. Что? Спасибо. А? Не надо уже! Говорила я тебе, не садись! Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен!